Hey, okay, смешмики, мы продолжаем проходить игру под названием BioShock. И так, мне нужно сейчас сразу сделать. Нет. Я посмотрел по звуку очень громко, поэтому настройки звука. Речь пускай остается, однако. Музыка. И эффекты пускай будут около так же, как музыка. Потому что слишком громко. Я просто когда вот то проходил момент с водой, с трубами, с водой, я просто слышал, что и сам себя не слышу. Поэтому как-то так. Так, будем, короче, использовать пистолет теперь. С АДЕвы. Открыто. Ну, походу, закрыто. Похоронное бюро. Эконом класс. Санджи Жолен. Фонтейн Футуристик. Хорошо, одевайся, улыбайся и будь собой. Я ее так и нашел! Эй, я уж было втянулся! Начал! Как со сигаретой во рту? Нормально тебе? Блин, я зря зря Еву использовал. Улучшай себя с помощью плазмида. Телекинез, молния, огонь, суперсила. $33. Давайте сначала туда зайдем. Что здесь у нас есть? Здесь ничего. Снова туалет. Так, кровь, значит, что-то здесь будет. Вода как в городах, в принципе. Водовороты. О, бинты, неплохо. Ну, допустим. Бабки. Тревога включена. Я понял. О! Сразу видно, что с меня шарпу хотят сделать. Это Райли. Эндрю Райан, будь он проклят. Он нас нашел, черт. Перекрыл доступ в Нептун. Есть другой путь. Вперед. Давай. Медблок. Чего ты ждешь? Живее! Давай я сейчас облутаю всех. Так, подожди, должно быть еще. Где еще тела?
Тут еще должно быть тело. О, пистолет. Найдено. Я атаковал вот эту. Еще двух. Здесь на воде, которые спрыгнули. А потом еще пришли. Короче, понятно, я... А, вот что значит shift. Выбор между пулями, электроды. Медицинский павильон. О, черт! Ты в ловушке. Прикольно. Надо попытаться открыть выход прямо отсюда. Открывай выход. Так скажи мне, друг, какие мерзавцы тебя послали? Волки из КГБ? Или шакалы из ЦРУ? Послушай, восторг — это тебе не затонувший корабль, который можно грабить. А Эндрю Райан — не наивная девочка, которую правительство может обвести вокруг пальца. На этом все. Гудбай или до свидания. На любом языке. На каком пожелаешь. Левидерчи? Кто тебя звал? Но они, если сломают, я успею забежать. Усмею с пистолет. Ладно. Ой, еще дверь нужно закрыть! Медицинский павильон. Целится всегда в голову. Так вы наносите большой урон. Понятненько. Может быть, когда я... Булавой своей тоже атакую, я тоже наношу большой урон. Косметический кабинет доктора Штайнмана. Вот ты и познакомился с Эндрю Райном, кровавым королем восторга. Будь он неладен. Теперь ищи доступ к аварийному выходу. Что такое, Мэри? Неважно выглядишь. Голова кружится, подташнивает, а временами вижу то, чего на самом деле нет. Это передозировка плазмидов, Мэри. Тебе просто надо немного меньше их употреблять. Ты опомниться не успеешь, станешь как новенькая. Не забывай, кто помалу берет, тот счастливым живет. Окей. Добро пожаловать на распродажу! Так, по 9, понятно, 9 максимально. Пули 38. Электрические пули я могу еще покупать. Стоит ли тратить? Думаю, нет. Доктор Штайнман обещал отпустить меня сегодня. Райан не навещал меня со времени новогодней атаки. Ни разу. Но доктор Штайнман был очень заботлив. Он говорил, что как только рубец рассосется, он приведет меня в порядок, и я буду самой красивой девушкой на свете. Он очень милый и так мной интересуется. Окей. Что такое кассовый аппарат? Контейнеры. Контейнеры — это такие объекты, как столы, шкафы и ящики. Нажмите им. Не назначено для открытия контейнера. Нажмите «Не назначено» еще раз для того, чтобы забрать содержимое. Если вы уже осмотрели и отпустили контейнер, его название поменяется. Цвет на серый, его уже нельзя будет открыть. Дневники, инфекция Евы. Блять, неудобно нахуй. До маленькой скорости. От собирателей, торговый автомат,
Там лазит. Так, пуля для револьвера я вижу, во-первых. Здесь я не вижу ничего. Но там я вижу рычаг. Он мигает. Витастат. Непревзойденные качества. Они вечно с протянутой рукой. Эти люди, конечно, любят музыку. Так, злом робота будут нападать на ваших врагов. О, подожди. Песни, но они такие ленивые. Давай все-таки, наверное, увеличу немножечко скорость мыши. Слишком скрытный, чтобы его кто-то заметил. Поехали. А можно без вот этих квадратиков? Интересно. Не хочу каждый раз заходить в настройки, чтобы менять скорость мышки. Дорогой, для шоу нам нужно еще. Так, приятель, полетели сюда. Приноси еду, и мы устроим пикник. Обожаю лето. В путь, давай. Больше. Отойди от моих пациентов. Закрой теперь, быстрее! Где моя кукла? Адам и Райан, столько лет учебы, но был ли я настоящим хирургом, пока не встретился с ними? Как мы играли со скальпелями и с моралью. Да, мы могли вскрыть нарыв здесь или срезать лишнее там, но что мы могли реально изменить? Ничего. Но Адам дал нам средства для этого. А Райан освободил от пут ложной этики. Измените свою внешность. Измените пол. Измените расу. Это все вашей власти. Прикольно, конечно, ему с прицела в голову стрельнул. Но Рон почему-то решил сказать сорян. Пистолет, патроны. Доступ временно ограничен. Благодарим вас. Несчастный попал. Надеюсь, было весело. Если хочешь воспользоваться аварийным выходом, тебе нужен ключ доктора Штайнмана. Это он тут всем заправляет. Но не рассчитывай, что он тебе отдаст ключ просто по доброте душевной. Штайнман добротой никогда не отличался. И есть ли у него душа, я очень сомневаюсь. Я как-то... Спасибо, что пришел. Хватит тратить мое время.
бежит. Ступеньки поднял. Дорогой, мне нужно лекарство. Да, где моя кукла? Как же я помогу, если ты ко мне не идешь? В натуре как? Да вы надоели, сколько вас? Немедленно, хватит тратить мое время. Не на этот дом! У меня идет кровь! Они надоели, сколько их там бегает? Получается, раз, два, этот три. Дорогой, надеюсь, было весело. Ты виновата, ты! Зачем ты так со мной? Да сиди! Так, батисфера тут, я вижу, стоит. Так, мне походу нужно купить, будет сейчас сходить патроны. Так, подожди, я смогу вернуться обратно? А, это... А, ну это тут, подожди. Добро пожаловать! Так, револьверы. Эти патроны для револьвера, эффекты против... Так, та-та-та. Электрический картер. Электрический картер особенно эффективен против объектов и СМИ для электричества. То есть роботы, наверное, всякое такое. Для дробовика. Только взлом. Устройство должно быть взломано для получения доступа к объекту. Что значит только взлом? То есть вы мне предлагаете взломать, чтобы я купил. А таких патрон тут нету. Давайте взломаем. О, пошло, поехало. Вот минус этой мышки. Я не успеваю делать. Ну как, это не мышка виновата, а скорость, настроенная в игре, отвратительная. Не вижу смысла пока брать, но, блин, я могу револьверный купить. Короче, для взлома я буду специально настраивать скорость иную. Это что-то бред. Чувствуете пустоту? Наполните ее Евой. Так, подожди, я тут все? Нет, не все. Так, все или еще кто-то был здесь? А, хер, я залезу втихаря. Робот, надеюсь, ты со мной полетишь.
Штаймана. Этот лавкач обустроился в хирургическом отделении. Если хочешь его найти, иди по следам крови. Я тебя понял. Как-то вот так сделаем. На заставочку. Адам представляет новые проблемы для профессионалов. По мере улучшения инструментов повышаются ваши запросы. Было время, я радовался каждой срезанной бородавке или возможности превратить циркового уродца в нечто презентабельное. Но это было давно. А потом пришел Адам, и плоть стала как глина. И теперь наш долг — лепить из нее и лепить, и лепить, пока работа не будет завершена. Минус мой робот. Прикол. Проверка на мертвость. Супер. Я просто не хочу рисковать. Я была в Аушвице и уже в 16 лет осознала, что влюблена в науку. Доктор немец, он проводил эксперименты. Иногда он допускал научные ошибки. Я говорю ему об этом, и он злится. Но потом спрашивает, откуда ребенку такое знать? Я отвечаю, иногда просто знаю, и все. А он, зачем тогда мне говорить? Ну, сказала ему я на это. Раз уж вы... Так, подожди, пока ты... Управление. Принять. Делаете такие вещи, то хотя бы делайте их правильно. Как взломать? Понял. Так. Бац. Короче, я понял, я тупанул жестко. Блин, вот не хочу постоянно заходить, качество, ну это... Мышку настраивать. Выходи и дерись честно! Молодой человек, хватит прогуляться.
Так, мне туда, да, как я понимаю? Прекрасные зубы. Штайман, я знаю, что этот блок — это ваша вотчина, но подумайте вот о чем. Вода в океане очень холодная. Есть... Тут два папочки, маленькие сестрички на этом уровне. Управление... Они замерзнут, и тогда в восторге начнутся протечки. Так вот, я прекрасно понимаю, что вы себе на уме, и мне плевать, утонете вы тогда или будете ловить рыбу. Но как только восторг потечет, это будет уже не остановить. И я уж точно сообщу Райану, кому за это сказать спасибо. Точно не мне. Нужно будет говорить спасибо. Так, стоило 60 теперь. Нормально. Если все можно получить здесь. Настройки, управление, чувствительность, принять. Автозломщик. Что-то упало, что-то упало, что-то упало. Тут что-то лежало. О, патрон для автомата. Живете? А кто-то обещал, что будет обо мне заботиться. Обманул, значит. А это труп вот этот лежит. Мистер Коэн, прошу вас, дайте мне передохнуть. Так, сейчас я ее грохнул. Всякий раз, когда кто-то хочет заставить другого работать на себя, он взывает к альтруизму. Смотри, не заплачь! Забудь о том, что нужно тебе, говорят они. Думай о том, скажи, что любишь меня! Давай! Не тебе! Государству, бедным, армии, королю... Сестра, приготовьте вот этого к морю! Учились со слов. Все? Это великий перевертыш. Древняя ложь, которая таковала вечно бесконечному циклу вины и неудач. Что я здесь найду теперь? Ага, морг. Когда Пикассо наскучило рисовать людей, он начал представлять их в виде кубов и абстрактных форм. Мир назвал его гением. Я всю свою карьеру хирурга был занят тем, что повторял одни и те же скучные формы. Вздернутый носик, подбородок с ямочкой, полная грудь. Как прекрасно было бы делать ножом то же самое, что старик-испанец кистью. До моего сведения дошло, что некоторые граждане научились вскрывать торговые автоматы. Полагаю, мне не стоит напоминать гражданам восторга, что свободное предпринимательство – это то, на чем зиждется наше общество. Паразиты будут наказаны. А можно тебя починить?
Да, я смотрю, у нас проблемки начинаются. Спасибо, что пришел. Да не за что, обращайся. Блин, так бы у меня еще летающая машинка осталась. А, найс. У меня звук пропал. Так, та-та-та-та. У меня звук пропал. В игре какого-то черта. Да уж. Классно. У меня звук пропал. Короче, сохранить. Сохранить. Блин, что делать? Давайте буду по звукам ориентироваться. Ну, по звукам. По звукам я, конечно же. В игре тоже звука нету. Прикольно. Ну, 32 минуты прошло. Слушайте, ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Так что все-таки и на записи тоже звук закончился. Походу, оно в игре сломалось. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.